Ну что, потихонечку будем мы с тобою начинать тогда. Так. Давай. Давай. Recording in progress. О. Понятно. Что мы сегодня будем делать? Асаны будем делать. Йогой будем заниматься. Ноги у нас на ширине таза, носочки на себя, вот таким вот образом. Угу. Беремся за ступни, качнуться, ягодицы из-под себя убрать и потихонечку вытягиваемся вперед-вниз, голову свешиваем. Шею расслабляем. Во рту кончик языка упирается в десну за передними зубами. В глубину таза втянуты промежности анальный сфинктер. Называется пащиматанасана, вытягивание вперед в положении сидя вдоль ног. Проверяем. Голова свешивается, шея расслаблена. Ноги под коленями прямые. Вдох межбровье, выдох, внимание туда, где тянется сильнее всего. Туда внимание. Держась за ноги, спину потянуть назад. Ладони под колени и головой от коленей начинаем на выдохе сильнее затягиваться в живот. Выполняем несколько вдохов-выдохов. Вдох естественный, выдох пытаемся сильнее спину округлить. Поднырнули, плечи, вверх-назад, раз, посмотрели на правую ступню и правую ногу слегка сместили вовнутрь, на ширину ступни. Угу. Левую ногу подтянули, правой рукой обняли левую, пальцы правой руки и ладошка на бедро левое. Левой рукой уперлись в тыльную сторону правой кисти. Живот из-под бедра выдвинули налево наружу. И правый носок на себя. Проверили это. После чего смотрим за левое плечо. Левую руку упираем в пол, удобно. Правую напряженную руку вывели вперед. И продолжая движение, повели вверх, расправив правый бок. Смотрим за левое плечо. Потянуться пальцами вверх с усилием. И правый локоть вывели снаружи.
потянулись к ступне и ступню перенесли через ногу. Да, плотно прижали ее. В очередной раз проверили положение правой ступни носок на себя и посмотрели за левое плечо. На вдохе тянемся вверх, на выдохе закручиваемся. Держим. Фиксируем. Называется Мариччиасана 3. Аккуратно мы себя раскрутили. И левая нога к правой вплотную. Правую ногу согнули, левой рукой обняли, пальцы левой руки, левая ладошка на правом бедре. Правую руку выбираемся в тыльную сторону левой кисти. Проверяем левый носок на себя. Живот выводим из-под бедра направо. Правой рукой по линии правой ягодицы упираемся ладошкой в пол. Левую руку выводим вперед, кисть плотная. Продолжая движение, рука пошла вверх, мы расправили ребра. И смотрим за правое плечо. Потянуться пальцами вверх. Локоть снаружи. Потянуться к ступне, перенести ногу через ногу. На вдохе мы вытягиваемся вверх, на выдохе подзакручиваемся. Помним, что называется Мариччиасана 3. Аккуратно распутались. Ноги у нас на ширине таза. Ладошки на линии седалищных костей центрами. Носки вытянули вперед. Выходим вперед вверх. Грудь расправляем. Лицо вверх. Пурватанасана. Держим. Поднимая вверх правую ногу, носок на себя. Аккуратно ставим. Поднимаем вверх левую ногу, носок на себя. Аккуратно ставим. Руки слегка согнув в локтях, тянемся поясницей вниз, а ягодицами вверх. Держим.
таз на весу, носки на себя и, не выводя таз вперед, правую ногу поднимаем. Без удара опускаем. Левую ногу поднимаем. Аккуратно опускаем. Присаживаемся. Таз немножко смещаемся вперед тазом. Берем себя за ягодицы. Смещаемся к локтям. Упираем локти в коврик. Отодвигаем ноги, покачиваем ногами. Отталкиваясь руками от таза, аккуратно кладем спину. Руки в замок, замок в затылку. И голову вытягиваем вверх, вперед на выдохе. На вдохе чуть назад. Снова вверх, вперед. Чуть назад. И еще раз вверх, вперед. Кладем затылок. Расправляем подмышки. Глаза закрываем. На вдохе мы чувствуем воздух вокруг себя. На выдохе соприкосновение коврика и пола всей нижней поверхностью тела. Мягко дышим. Шевелим пальцами рук и пальцами ног. Чувствуем, как эти шевеления ощущаются телом, воспринимаются сознанием. И все это одновременно телом и сознанием, сознанием и телом. Перестали шевелить. Выполняем глубокий, полный вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий полный вдох во все тело. И выдох по всему телу. Глубокий полный вдох. На выдохе чувствуем глубину себя. Спокойно дышим, спокойно дышим, спокойно дышим. Спокойно дыша, мы левую ногу согнули, подошву поставили. Упираясь на левую ступню, мы ложимся на правый бок. Обе руки удобно под голову с правой стороны. И левой ногой мы простирали правую от пятки к мизинцу, чувствуя, как эти растирания ощущаются телом, воспринимается сознанием, и все это одновременно телом и сознанием, сознанием и телом. Перестали растирать, оттолкнулись справа от коврика, присаживаемся, впереди левая нога. Ага, левая нога вперед. Немножко сместиться налево, и мы правую ногу выкладываем, ступню снаружи от бедра, вытягиваем икроножную мышцу. Потом эту же процедуру проделываем с другой ногой. Левую согнуть, икроножную мышцу вытащить, чтобы колено не распирало.
делаем колени вместе и поправляем ступни так, чтобы они строго были по бокам. Не выходили пятки далеко, ну и ступни не подворачивались вовнутрь. Убираем круглую спину в пояснице, то есть спина ровная. Так, хорошо. Теперь правая рука сверху, левая рука снизу. Руки перекрестились в локтевых суставах, потом левая рука захватила за основание правой руки. Да. Руки вывели перед собой, локти параллельно полу. И начинаем правый локоть тянуть направо, левый локоть налево. Плечи мы не поднимаем. Смотрим в направлении кистей. Помним про мулабандху, подтянутый промежности анальный сфинктер. Положение рук называется гарудасана, положение ног вирасана. Аккуратно распутываем и меняем. Левая сверху, правая обвилась, зафиксировала за основание ладони левой. Руки вывели перед собой. Ребро мизинца левой руки четко направлено вперед. Поправили положение локтей. Да. И изо всей силы левый локоть тянем налево, правый локоть направо. Помним про мулабандху. Это подтягивание промежности анального сфинктера в глубину таза. Аккуратно мы руки освобождаем и плавно переходим в положение лежа на животе. Носки вовнутрь, пятки наружу, ладони под плечами. Немножко приподняться и на выдохе вытянуться вперед. И так сделай 3 раза. Ноги вместе, корпус поднят, руки кистями возле плечей и пытаемся грудь расправить. Ноги вместе, вместе ноги. Да, носочки острые. Вот, выше грудь. Кисти в одну линию с предплечьем. То есть кисть, смотри. Ага, хорошо. Потихонечку присаживайся и смотри на экран. Посмотри на экран, посмотри на меня. У тебя кисть вот такая, а должна быть вот такая. То есть ты делаешь вот так вот. А надо вот так вот, да. Давай еще раз. Носки вовнутрь, пятки наружу. Вытянуться вперед. Приподняться еще раз вперед. И поглубже вперед. Ноги вместе, руки. Снова ты кисти делаешь неправильно. Кисть неправильно сделал. Кисть неправильно сделал. А, возвращайся. И внимательно смотри на экран. У тебя кисть вот такая, а должна быть вот такая. А у тебя вот такая.
А должна быть вот такая. Давай, возвращайся. Носки вовнутрь, пятки наружу. Ложись аккуратно. Ладони под плечи. На выдохе вперед. Вдох подняться. И снова вытяжка. И еще раз. Ноги вместе, руки, грудь расправить. Лучше, да. Тянем, смотрим вверх. Теперь ноги мы поднимаем прямые, руки выводим вперед, руки чуть шире плечей, и одна ладошка смотрит на другую. Держим. Смотрим в пространство между рук. Аккуратно опускаем. Зацепиться ребрами, протянуться вперед на выдохе. Снова. И еще. Руки вдоль тела, подбородок вниз, ноги вместе. И ноги поднимаем вверх. Аккуратно опускаем руки к себе, поднимаемся, между коленями ширина одной ладони, носок к носку, ягодицы к пяткам, корпус вперед-вниз, руки немного согнуть в локтях. Мягко, спокойно в этом положении дышим, наблюдаем за собой. Потихонечку присаживаемся, и сначала мы разбираемся с руками. Руки перед грудью. Руки плавно выходят вперед, в стороны, с усилием. Так, да. И ладони мы поднимаем вверх. Соединяем указательные большие пальцы в плотные кольца. И за пальцы мы себя сильно тянем в стороны. Плавно к себе, вперед и вниз. Сделаем еще разок. Руки. Раз. Вперед, в стороны, ладони вверх, указательные большие пальцы. И сильно потянуть себя за пальцы в стороны. Расцепить кончики указательных и больших пальцев, вывести к себе. Вперед и вниз. Ноги делаем мы на ширину таза, отвисли вниз, ноги немного согнуты в коленях. Мягко, плавно поднимаемся вверх, когда поднимемся, грудь расправим, плечи вверх-назад. Вес тела на правую ногу, да, и левая ступня поглубже к паху. Как мы делали, руки перед грудью, ладошки вместе. Так, руки вперед, в стороны,
Ладони вверх и указательные большие пальцы вместе. Да. Все, тянем себя за пальцы в стороны. Держим. Расцепляем указательные большие пальцы. Выводим руки перед грудью. От груди вперед и вниз. И левую ногу ставим. Правая ступня поближе к паху. Коленом в сторону. Так. Руки перед грудью, ладони вместе. Локти параллельно полу. Руки вперед, в стороны, ладони вверх, указательные большие пальцы вместе. Взгляд перед собой. Называется поза дерева или викаршасана. Руки. Ладошка к ладошке перед грудью. Вперед. Вниз. И левое плечо вперед. Правое плечо назад. Ноги на ширине примерно 2,5 плечей. На одной линии. Мы указательным средним большими пальцами рук беремся за большие пальцы ног. Тянем локти в стороны и макушку вниз. Называется прасарита падоттанасана. Держим, тянем. Аккуратно отпускаем захват, переходим в положение на четвереньки, руки под плечами, мягко дышим, носки на себя, и правая нога идет к левой коленке, вышагивает вперед. Мы левое колено поднимаем и на длину ступни левую ногу подтягиваем. Ноги на ширине таза, руки перед собой, тянемся головой вперед-вниз. Оставайся, я посмотрю. Так, сзади ногу чуть-чуть ближе пододвигай вперед. Сзади ногу чуть ближе. Где задняя нога? О! Вот, чтобы выпрямить ее под коленом. Да. И левую половину таза немного мы выводим вперед. Да, хорошо. Все, удлиняем выдохи. В этом положении находимся. Называется триконасана. Один из вариантов триконасана. Держим. Аккуратно левое колено поставили, правая нога к левой, ноги на ширине таза, и левая нога к правой, левой ногой шагнули вперед. Правое колено от коврика, правую ногу подтянули вперед,
Если нужно, то носок развернули немного наружу правой ноги. Руки перед собой. Голову свешиваем, шею расслабляем. Пока это все. Да. Стараешься ноги под коленями сильнее выпрямить. То есть и левую, и правую. Удлиняем выдохи. Ставим правое колено, подтягиваем к себе левую ногу, ладони под плечами, а колени немного сместить назад. Когда мы выйдем в упор, постараемся убрать поясничный прогиб движением лобковой кости в сторону пупка. Колени мы подняли, почувствовали спину в районе поясницы, убрали прогиб. Да, и весь тело сильнее в руки. Взгляд по коврику вперед. Да, хорошо, держишь. Все, дышим. Голову сильно не опускай. Голова, ну, затылок продолжает линию лопаток. Ладошками сильно отталкиваемся, пятки упираем, выталкиваем себя руками, таз вверх. Ноги пытаешься выпрямить под коленями. Держим. Аккуратно колени мы поставили, правую ногу вывели перед собой, левую ногу потянули к паху и присели мы мимо левой пятки. Вытянули правую ногу вперед, носок не засовываем в левой ноге под бедро, дотянулись правой рукой до ступни сверху. Левая рука за пальцы, голову свешиваем вниз, удлиняем выдохи. Называется джану ширшасана. Фиксируем. Держась за ногу, спину потянуть назад. Проглаживаем.
Плечи вверх-назад. Ноги меняем. Левая нога к правой. Правую ногу пяткой к паху, коленом в сторону. И левая рука к ступне. Правая за левую кисть. Голову свешиваем, шею расслабляем. Подбородок на средней линии. Под средней линией понимается линия лобковой кости, пупки, пупка и подъеремной ямки. В начале вдоха мы чувствуем пах, в конце вдоха лоб. И на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего, туда внимание. Держась за ногу, спиной потянулись назад. Проглаживаем. Плечи вверх-назад. Ногу вывели перед собой. Немного ноги согнули. Взяли себя за ягодицы. Смещаемся к локтям. Раз. Ноги отодвигаем вперед. Два. Попокачивали ступнями, три. Руками оттолкнулись от таза. Собрали руки в замок, замок к затылку. Голова вверх, а потом вперед на выдохе. Вдох чуть назад. Снова. Вверх, вперед, потом чуть назад. И еще раз. Затылок вниз, подмышки открыть, руки вытянуть вдоль тела, глаза закрыты, на вдохе мы чувствуем воздух вокруг, ощущаем, что воздух вокруг прохладный, а на выдохе чувствуем тело, чувствуем на выдохе, что тело теплое. Воздух вокруг прохладный. На выдохе тело, тело теплое. Держим, тянем, дышим. Удлиняем выдох. Еще немного. Шевелим пальцами рук и пальцами ног. Чувствуем, как эти шевеления ощущаются телом. Воспринимаются сознанием, и все это одновременно. Телом и сознанием, сознанием и телом. Перестали шевелить. Выполняем глубокий, полный вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий полный вдох во все тело. Выдох по всему телу. Глубокий полный вдох. На выдохе
чувствуем глубину себя. Спокойно дышим, спокойно дышим, спокойно дышим. Спокойно дыша мы улыбаемся, глаза открываем, левую ногу сгибаем, упираясь левой ступней, ложимся на правый бок. Обе руки под голову с правой стороны. Левой ступней порастирать правую от пятки к мизинцу. Чувствуя, как эти растирания ощущаются телом, воспринимаются сознанием, и все это одновременно. Телом и сознанием, сознанием и телом. Перестали растирать, оттолкнулись. Потихонечку присели. Я слегка развернусь. Вот так вот. Мы ноги выпрямим. Ладошки на линии колени. Да. Центр ладони, да, направлен друг на друга. Смотрим на ступни. Держим. Аккуратно взяться под колени, мягко поставить ноги. Колени мы делаем вместе. Берем себя за ягодицы и, отталкиваясь от таза, аккуратно ложимся. А когда ляжем, немножечко ноги подтянем, чтобы они были примерно под 90 между икроножными мышцами и бедром. Теперь, держась за ягодицы и не поднимая таз, упираясь локтями в коврик, мы голову пододвигаем, упираемся макушкой, а грудь расправляем. Серединка, руки в замок, замок затылку, голова вверх-вперед. Берем себя на подколени, потихонечку присели. Произвольно перекрещиваем ноги, одна просто ближе, другая спереди. Сохраняя среднюю линию, мы идем вперед, поднимаемся на четвереньки. Сейчас мы сделаем выдох через нос, вдох через нос, выдох через рот, подтянем живот, колени поднимем, ступни упрем. И будем держать задержку после выдоха, пытаясь сильно втянуть живот. Когда ты сделаешь вдох после задержки, мне скажешь «да», чтобы я слышал, что ты начал дышать. Итак, выдох через нос, вдох через нос, выдох через рот. Да, коленки от коврика, пятки к полу, таз выдавливаем вверх, вытягиваем вверх. Когда сделаешь вдох, скажешь. Отлично. Спокойно дыша, колени поставили. Левую ногу положили на правую, их перекрестив. И сохраняя среднюю линию, мы присаживаемся. Так, чтобы левая нога оказалась ближе к телу. Так.
Так, проверяем. Левая нога ближе к телу. Угу. Правая рука сверху левой. Мизинцы зацепи друг за друга. Указательные пальцы зацепи друг за друга. Соединить кончики больших пальцев и средних. Безымянные оставить свободными. Да. Руки перед собою. Глаза полуприкрыты, лицо расслаблено. Называется пальцевое замыкание лотос брахмы. Восстанавливает нервную систему. Гармонизирует работу полушарий мозга. Пробуждает творческий потенциал. На вдохе мы чувствуем пальцевое замыкание, на выдохе организм. Улыбаемся, глаза открываем, ладошки делаем вместе, ведем к ногам, ноги проводим вперед, берем себя за ягодицы, смещаемся к локтям, отодвигаем ноги вперед, покачиваем ногами, руками отталкиваемся от таза. Руки в замок, замок в затылку, голова вверх, вперед, на выдохе. Вдох, назад. Снова. И еще разок. Затылок вниз. Руки вдоль тела, подмышки открыты, глаза закрыты. На вдохе мы чувствуем, что воздух вокруг прохладный и легкий. На выдохе мы ощущаем, что тело теплое и тяжелое. Это можно про себя проговаривать мысленно. Делая вдох, говорить про себя. Воздух прохладный, легкий. На выдохе тело тяжелое, теплое. Несколько раз. Глубже и глубже расслабляйся. Возвращаясь к своим естественным, привычным для себя ощущениям, отдохнувшим и наполненным жизненными силами, мы начинаем шевелить пальцами рук и пальцами ног. Шевелим, 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 шевелим.
Чувствуем, как эти шевеления ощущаются телом, воспринимаются сознанием. И все это одновременно телом и сознанием, сознанием и телом. Перестали шевелить. Выполняем глубокий, полный вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий, полный вдох во все тело. И выдох по всему телу. Глубокий, полный вдох. На выдохе чувствую глубину себя. Спокойно дышим. Спокойно дыша, улыбаемся. Глаза открываем, левую ногу сгибаем, упираясь на левую ступню, ложимся на правый бок. Обе руки под голову с правой стороны. И левой ступней порастирать правую от пятки к мизинцу. Левым подъемом по правой подошве. Чувствуем, как эти растирания ощущаются телом, воспринимаются сознанием, и все это одновременно телом и сознанием, сознанием и телом. Руками оттолкнуть себя от коврика, присаживаемся и обе ноги вперед, ноги на ширине таза. Качнуться из стороны в сторону, ягодицы из-под себя убрать, взяться за ступни сверху, вытянуться по ногам. Проверить. Голова свешивается, шея расслабляется. Во рту кончик языка упирается в десну за передними зубами. В глубину таза подтянуты промежности анальный сфинкт. На вдохе мы чувствуем межбровье, на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего. Называется пащиматанасана, вытягивание вперед в положении сидя. Держим. Держась за ступни, спину потянуть назад. Ладони под колени. Головой потянуться в живот, спину округлить. Поднырнули вверх-вперед, плечи вверх-назад. Правая нога вовнутрь на ширину ступни. Левая через правую. Правой рукой обнять левую. Правая ладошка на бедро, левая рука на тыльную сторону правой кисти. Выдвинуть живот из-под бедра. Проверить правый носок, он вертикально. Левая рука удобно упирается сзади, по линии левой ягодицы. Правая рука плотная вышла вперед. Расправили бок, потянулись вверх. Правый локоть снаружи. Взяться либо за правую ногу, либо за ступню. Потянуть плечи в стороны, посмотреть за левое плечо. На вдохе вытягиваемся макушкой вверх, на выдохе плечами в стороны.
без рывка мы распутываемся. Левая нога вперед к правой. Правая нога согнулась. Ступню перенесли через ногу. Левой рукой обнимаем. Правой рукой упираемся в тыльную сторону кисти. Носок передней ноги на себя. Смотрим за правое плечо. Ну, помним, что еще мы живот из-под бедра выводим. Рука правая упирается в коврик и в пол. Рука левая выходит вперед. Расправляем левые ребра. Потянуться пальцами вверх, посмотреть снизу на кисть. Левый локоть снаружи. Левая рука дотягивается либо до левой ноги, либо до правой ступни. Начинаем плечи тянуть в стороны, макушка вытягивается вверх. Маричьясана 3. На вдохе потянуться вверх, плечами потянуться в стороны. На выдохе подзакручиваемся. Да, держим. Аккуратно себя мы освободили. Нога правая вперед, ноги на ширине таза. Ладони вокруг ягодиц, центр ладони в пол, на линии седалищных костей. Носки вперед, вышли. Подошвы плотно прижали, грудь расправили. Тянемся животом вверх, грудь расправляем, движение плечей в стороны. Уперлись левой ногой устойчиво, уверенно. Правую ногу поднимаем вверх. Тянемся к потолку. Ставим правую ногу, носок, пятка. Левую ногу поднимаем вверх. Носок, пятка. Поясницу потянуть к полу, ягодицы вверх. Таз на весу, делаем таланасану. Правую ногу поднимаем. Опускаем. Левую ногу. Опускаем. Вирасана с гарудасаной рук. Правая нога. Икроножную мышцу вывели. Левая нога. Икроножную мышцу вывели. Поправили ступни. Ступни у нас вертикальные. Пятка. Так, правая рука сверху, левая рука обвивается вокруг и фиксируется пальцами на основании правой ладошки. Грудь расправить, и правой рукой мы тянемся наружу, право направо, левой налево. Смотрим на кисть.
Да, держим. Вирасана с Гарудасаной рук. Меняем положение рук. Левая сверху, правая обвилась. Аккуратно мы себя освободили. Потихонечку выходим вперед-вниз. Носки вовнутрь, пятки наружу, ладони под плечи. Зацепиться ребрами за коврик, выйти вперед на выдохе. Снова приподняться, снова выйти. И еще разок. Ноги вместе. Руки возле плечей, помним про кисти. А кто кисть ломает? Да, выше. Взгляд вверх. Руки выводим вперед, ноги поднимаем, смотрим между ладошек. Ладони под плечи. Зацепиться, выйти вперед. Упереться ребрами, выдвинуться вперед. И еще. Продолжаем. Руки вдоль тела, центр ладошек в пол, ноги поднимаем. Аккуратно опускаем, подводим руки, приподнимаемся. Между коленями ширина одной ладони. Ягодицы к пяткам, голову вниз. 2-3 спокойных вдоха-выдоха. Потихонечку мы присаживаемся. Ровно. Руки перед грудью. С напряжением в стороны. Ладони вверх. Указательные большие пальцы вместе. Это положение запоминаем. В обратном направление руки, ладони к себе. Вперед,
вниз. Голову свешиваем, ноги на ширине таза. Ноги остаются немного согнутыми, мы поднимаемся вверх. Плечи вверх-назад. Весь тело на правую ногу. Левая нога поближе к паху. Руки перед грудью. Кисти вперед, в стороны. Указатели большие пальцы, взгляд перед собой. В обратном направлении, ладонь к ладони, руки вперед-вниз, левая нога, основание пальцев, пятка, правая нога, руки перед грудью, вперед, в стороны, ладони вверх, указательные большие пальцы вместе. Рука к руке, вперед-вниз, левая нога вперед, правая нога назад, прасарита падоттанасана. Подошвы плотно мы прижимаем, беремся за большие пальцы ног, голову тянем вниз. Аккуратно разворачиваемся головой вперед, ставим правое колено, левую ногу возвращаем, выходим на четвереньки, носки на себя. Правая нога к левой, шагнули вперед, сзади коленка от коврика, ногу подтянули, поправили положение таза так, чтобы таз был перпендикулярно бедрам. Так, переднюю ногу надо выпрямить. Передняя нога прямая. Да. Сзади пытаешься выпрямлять. Руки вперед сильнее. Тянемся по ноге во правой сильнее. Ставим левое колено, правая нога к левой, ноги на ширине таза. Левая нога к правой, шагнули левой ногой вперед, правое колено от коврика и подтянули правую ногу. Поправляем положение таза. Да, переднюю ногу сильно-сильно выпрямляем. Держим.
Ставим правое колено, левое колено, ладони у нас под плечами, колени от коврика, голову вниз не опускаешь. Упор как для отжиманий. Центр ладони сильно прижимаешь. Вот, да, таз чуть-чуть ниже. Вот сейчас хорошо, да, держим. Пятки тянем к полу, вытягиваем таз вверх. Центр ладошек сильно прижат. Ставим колени, правую ногу выставляем вперед, левую ногу подтягиваем, правая нога вперед, левая пятка к паху. Дотянуться правой рукой до ступни, потянуться вперед-вниз. Джану Ширшасана. В начале вдоха па, в конце вдоха лоб, и на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего, туда внимание. Держай за ногу, спину потянуть назад. Проглаживай плечи вверх-назад. Левая нога вперед. Правая пятка к паху. И потянуться по левой ноге. Да. В начале вдоха пах, в конце вдоха лоб, и на выдохе внимание туда, где тянется сильнее всего, туда внимание. Держай за ногу, спину потянуть назад. Проглаживаем. Плечи вверх-назад. Ногу правую перед собой. Сейчас я немножко по диагонали сяду. Поднимаем ноги. Носки острые. И ладони на линии коленей. Держим. Смотрим на ступни.
Сейчас будем с тобой прогибаться. Делаем колени вместе, носки вовнутрь. Смещаемся к локтям. Так, оттолкнуться. Ступни удобно. Ноги чуть ближе, подтяни к себе, чуть ближе. Да, носки сильнее вовнутрь. Это ты сделал наружу, а надо вовнутрь. Вот, да. Бери себя за ягодицы и голову пододвигай поближе к тазу, прогибаясь. Остаемся, дышим. Серединка. Взять себя под колени, присесть. Произвольно мы ноги перекрещиваем, сохраняя среднюю линию, приподнимаемся на четвереньки. Готовимся мы втянуть живот, подержать втянутый живот. Когда начнешь дышать, мне скажешь. Итак, выдох через нос. Вдох через нос, выдох через рот, пятки к полу, таз вверх, держим втянутый живот. Колени вниз, левая нога поверх правой. Сохраняя среднюю линию, мы присаживаемся. Правая рука поверх левой, мизинцы, указательные пальцы, кончики больших и средних, безымянные, свободные, руки перед собой, лицо расслаблено. Представляем, что руки светятся, пульсируют, гудят, вибрируют, насыщают праной организм. На выдохе оздоравливающая сила, исцеляющая прана, благотворная энергия идет в организм, в каждую клеточку тела. В каждую искорку души, в каждую частицу нашего существа. На вдохе пальцевое замыкание, на выдохе организм. Улыбаемся, глаза открываем, ладони вместе, руки вниз, ноги, берем себя за ягодицы, смещаемся к локтям. Отодвигаем ноги вперед, покачиваем ступнями. Руками отталкиваемся от таза, руки в замок, замок затылку, голова вверх, вперед.
Затылок кладем, подмышки открыты, ладони направлены вверх, глаза закрыты. Полностью расслабляемся. Чувствую воздух вокруг. Воздух вокруг прохладный. Воздух вокруг легкий. Воздух вокруг светлый. Ощущаем тело. Тело теплое. Тело тяжелое. Тело темное. На вдохе воздух вокруг. Воздух прохладный, легкий, светлый. На выдохе тело. Тело теплое, тяжелое, темное. Воздух по сравнению с телом разряженный, всепроникающий, а тело плотное. На вдохе воздух вокруг, воздух прохладный, легкий, светлый, всепроникающий. На выдохе тело теплое, тяжелое, темное, плотное. И мы представляем, что воздух вокруг нас пронизан пранической энергией. Он лучится и переливается от потоков космической праны. А на выдохе все эти лучи, все потоки пронизывают наш организм, насыщая систему тонкоэнергетических каналов нади и чакральные вихри потоками свежей энергии, силы, мощи, здоровья. На вдохе воздух вокруг прохладный. Светлый, легкий, всепроникающий, пронизан пранической энергией. На выдохе тело теплое, тяжелое, темное, плотное. Вся энергия идет в организм и в тонкоэнергетические каналы нади и в чакральные вихри. Когда полностью вернемся, сознание будет чистое и ясное, голова светлая и легкая, в теле прилив жизненных сил и бодрости, настроение прекрасное, самочувствие великолепное, в теле прилив жизненных сил и бодрости. Начинаем мы шевелить пальцами рук и пальцами ног. Чувствуем, как эти шевеления ощущаются телом, воспринимаются сознанием, и все это одновременно. Телом и сознанием, сознанием и телом. Перестаем шевелить. Выполняем глубокий, полный вдох во все тело. И выдох из всего тела. Глубокий, полный вдох во все тело. И выдох по всему телу. Глубокий, полный вдох. На выдохе чувствуем глубину себя. Спокойно дышим, спокойно дышим, спокойно дышим. Спокойно дыша, левую ногу согнули. Ложимся на правый бок.
Обе руки под голову с правой стороны. Левой ногой порастирать правую от пятки к мизинцу, чувствуя, как эти растирания ощущаются телом. Воспринимается сознанием, и все это одновременно телом и сознанием, и сознанием и телом. Перестали растирать. Глаза открыты, наблюдаем за своим сознанием, чувствуем организм, ощущаем, что нового появилось самовосприятие, и после выполнения всех наших оздоравливающих упражнений и развивающих техник. Сделав для себя какие-то, надеюсь, позитивные выводы, оттолкнулись, присели, посмотрели вокруг, по сторонам, на себя, убедились, что мы это мы, в этом теле, в этом месте и в это время. Ну что ж, завершением.